В клинике установлено современнейшее оборудование, например, ангиограф, аппарат для глубинного изучения артерий и вен. По своему функционалу это первый в России подобный технологический комплекс. Старт работе нового медицинского центра дали министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Роснефти Игорь Сечин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для региона это один из мощнейших, самых современных технологических центров с возможностью обеспечивать оказание любых медицинских услуг на юге России. В клинике установлено оборудование и для телемедицины. Это позволит проводить совместные операции и консультации с больницами в любой точке мира, где работают с такими технологиями. Во время открытия центра на связь с Геленджиком вышли врачи из Санкт-Петербурга. Пациенты смогут получить помощь по различным направлениям. От самых сложных диагностических исследований до экстренной хирургии. Центр уникальный. Он создан как цифровая клиника. Все, что в центре происходит, начиная от климат-контроля, кондиционирования, все цифровые приборы, операционные, реанимации, все соединено в одну информационную медицинскую систему, включено к телемедицине. Это все передается и в другие клиники федеральные и региональные. Эта клиника будет погружена в систему обязательного медицинского страхования как в сегменте базовой программы ОМС, так и в сегменте высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается по перечню самых уникальных технологий. Сегодня и мировые медицинские технологии, и высокотехнологичная медицинская помощь стала доступна для жителей Геленджика, для жителей всего Краснодарского края, ну и, конечно, для отдыхающих. Геленджик по уровню оказания медицинской помощи сегодня может стать на одну линейку с ведущими мировыми курортами. Для Геленджика это новая точка роста, это тот показатель, к которому мы всегда стремились. Не нужно сегодня уже никуда ехать, ни в Москву, ни за рубеж, потому что высококвалифицированная, высокотехнологичная медицина пришла в Геленджик, пришла на Черноморское побережье России. Нам просто всем повезло, что у нас есть возможность лечиться дома. Многопрофильный медицинский центр в Геленджике – это пример государственно-частного партнерства. Кроме лечебного блока, здесь построили многоквартирный дом для персонала клиники. Врачи отбирали по всей России. Конкурс в 3 этапа был сложный, но гарантирующий высокий профессионализм специалистов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.